Жители Кентау отказываются платить за отопление. Горожане жалуются, что батареи в их домах холодные, и чтобы хоть немного согреться, приходится постоянно держать включенными обогреватели. В итоге за электричество приходят огромные счета. Люди возмущены и требуют, наконец, решить проблему с теплоснабжением города. Я живу в таком холоде. Разве можно в таком холоде жить? У вас, наверное, у всех дома тепло, хорошо. А я одетая ложусь, одетая встаю. Разве можно так? Я простыла. У меня бронхи. Я простыла, делала и уколы, и все делала. Ничего не помогает. Так у меня и остались, как говорится. Что делать? Практически в каждой квартире Кентау есть обогреватель, а то и не один. Такой нагрузки электросети не выдерживают, и город часто остается еще и без света из-за перенапряжения. Горожане, одетые дома, несколько слоев одежды, с горечью шутят, что отогреться смогут только летом. Чиновники же на жалобы жителей отвечают, что 4 котла на ТЭЦ работают в штатном режиме, еще 2 находятся на ремонте. А чтобы в квартирах было теплее, людям советуют следить за внутридомовыми сетями. В принципе, по закону, каждый житель многоквартирного дома сам должен менять свои стояки, производить работы по очистке радиаторов. Сейчас, к сожалению, таких работ практически не проводится. В настоящее время мы постоянно повышаем температуру, и в некоторых домах уже становится тепло.